Шишку тому. Побежал тут же Шавека вперед. Мишуров в штангу попал. Ошибка Андрея Мишурова сейчас лишает его сухаря. Хотел сыграть просто, а в итоге привез первую в ворота собственные. Вот так. Вот тебе и пожалуйста. Ушла шайба с клюшки у вратаря. И на повторе сейчас увидим. Сам должен винить себя Андрей. Расстроен, конечно. Но бывает. Ничего страшного. 8-1. Шавека распечатал ворота мячей.